продается трехкомнатная квартира плюс гараж в районе улицы Крагандинской от собственника. Срочно, недорого. Телефон 8 922 824 71 71. Срочно продается часть дома в районе Центрального рынка. 880 тысяч рублей. Торг. Телефон 55 55 19. Квартиры от 900 тысяч рублей в городе Сочи. Телефон 8 961 918 99 99. Продают двухэтажный дом в поселке Весенний 2. Участок 12 соток. Имеется гостевой дом. Телефон 8 910 401 40 30. Продается двухкомнатная меблированная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47. Телефон 22 73 07. Продается дача в жилгородке. Двухэтажный дом, баня, участок. Телефон 8 910 401 40 30. Ремонт после ДТП высокого качества. Телефон 99 11 30. Ремонт стиральных машин. Продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Организация приглашает на обучение электромеханик по лифтам. Трудоустройство гарантировано. Телефон 781 400 7. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы по повышению квалификации частных охранников в связи с окончанием срока действия удостоверения частных охранников. Телефоны 25 75 78 68 82 82. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 10 по Оренбургской области сообщает, что в связи с вступлением с 1 января этого года изменений в статью 23 Федерального закона номер 129 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оснований для отказа в государственной регистрации станет больше, в том числе не смогут зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя лица, нарушившие законодательство. Требуется повар-бригадир, пекарь-кондитер. Телефон 90 84 60. В поселке Новосергеевка требуются газоспасатели, образование нефти и газа, среднетехническое или высшее. Телефоны 53 41 40 60 97 45. Предприятие «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» в городе Самара приглашает на постоянную работу токарей, фрезеровщиков, операторов СПУ. Официальное трудоустройство, зарплата от 40 до 60 тысяч рублей. Иногородним – общежитие, возможно, вахта. Телефоны 8 846 207 52 52, 8 800 77 58 108. Приглашают охранников 6-го, 4-го разрядов. Телефоны 20 60 47 33 13 01. Требуются мастера отделочных работ. Звонить 8 98 78 69 01 81. Требуются трактористы на экскаватор-погрузчик «Терекс», на фронтальный погрузчик, объем ковша 3 кубических метра. Опыт работы от 2 лет. Телефоны 26 77 51 530 130. Требуется повар со стажем, соцпакет. Звонить 8 922 535 17 72. Требуется фармацевт. Телефоны 27 14 46 45 66 98. Требуется дворник-садовник в поселок Ростоши. Зарплата высокая. Телефон 97 45 54. В кафе требуется пекарь и продавец кондитерских изделий. Телефон 23 04 26. Требуется бухгалтер. Звонить 30 60 54 94 93 03.
Организации требуются сварщики. Телефон 22-46-46. На новый экскаватор требуется машинист. Стаж работы от 3 лет. Аккуратность, пунктуальность, оформление по трудовому кодексу, оплата после собеседования и испытательного срока. Телефон 8 903 362 70 13. В кафе требуется кассир. Телефон 29 1307. В общество требуется главный бухгалтер. Резюме отправлять на электронную почту, указанную на экране. Телефон 24 30 54. Требуется водитель категории Е. Телефон 76 20 44. Требуется водитель на ПАС. Маршруты 51 и 61. Звонить 8 987 774 75 60. В ресторан в поселке Овощевод требуются повара. Телефоны 47 28 47 22 08 08. Требуются машинисты на автогрейдер, бульдозер, тонар и инженер КПА на АБЗ КА-160. Телефон 98 59 58. В Оренбургстат требуется юрист. Высшее юридическое образование, опыт работы в области госзакупок, знание федерального закона номер 44. Трудоустройство по трудовому кодексу. Соцпакет. Обращаться Туркестанская, 15, кабинет 418. Телефон 31 43 23. Сложная офисная работа, 70 тысяч рублей. Телефон 60 46 97. ИП требуется помощник, 35 тысяч рублей. Телефон 60 36 87. Специалист по кадрам, телефон 58 78 35.